Доброе утро. В эфире 12 канала «Час новостей». В студии Юлия Комарова. И вот о чем мы сегодня расскажем. Трагическая случайность или умышленный поджог. В Азовском районе в пожаре погибло больше 4000 свиней. Возбуждено уголовное дело. Трудиться на благо Родины. Глава региона встретился с финалистами конкурса «Лидеры России». Что ждет победителей? Тепло, но сыро. Стало известно, когда в регион вернется бабье лето, как скоро столбик термометра начнет расти вверх. И ветряная мельница, и обновленный зоопарк. В Большеречи запланирован масштабный ремонт туристических объектов. Четыре тысячи свиней сгорели заживо. Сегодня прокуратура возбудила уголовное дело. Крупный пожар произошел на ферме в Азовском районе. К моменту прибытия спасателей пламя охватило сразу два здания свинокомплекса. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 3500 квадратных метров. Спасатели работали на месте всю ночь, проливали сгоревшие здания. К счастью, сотрудники фермы не пострадали. Прокуратура Омской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту пожара, произошедшего на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Люфт» в селе Александровка Азовского немецкого национального района Омской области. Будут проведены следственные действия в целях установления причин произошедшего и нахождения виновных лиц. Другим темам глава региона Виталий Хаценко войдет в команду наставников кадрового конкурса «Лидеры России». Он будет готовить финалистов, которые представят Омскую область на окружном этапе. Напомню, в прошлом руководитель региона и сам был участником «Лидеров России» школы губернаторов, поэтому знает особенности проекта изнутри. Победители конкурса могут войти в проект «Россия – страна возможностей» и пополнят кадровый резерв управленцев. В будущем имеют шанс занять высокие руководящие посты. В полуфинал вышли 29 конкурсантов. И, как отметил Виталий Хаценко во время встречи с участниками конкурса, такие проекты – это отличный инструмент, чтобы закрыть проблему нехватки компетентных специалистов в регионах. Мы и региональную кадровую политику сегодня нашу выстраиваем тоже через конкурс. Хотим по итогам обязательно включить всех победителей, а может и финалистов. Посмотрим. Там у нас 200 планируется финалистов, 45 победителей. В кадровый резерв планируем всех включить правительство. Будем точно предлагать позиции, самые высокие позиции. Решилась судьба проблемного долгостроя в Омске. Восьмиэтажный дом по улице 10 лет октября реконструируют. Дом на 58 квартир начали возводить еще в конце 90-х, но стройку заморозили. Застройщик успел выполнить часть работ, но возникли проблемы, и его объявили банкротом. Компанию ликвидировали. Без квартир остались более 50 дольщиков. Достраивать многоэтажку будут за счет средств Фонда защиты прав граждан. В мае прошлого года подписали договор с другим застройщиком, а уже в этом выделили финансирование. И вот, как стало известно, проект получил положительное заключение экспертизы, а значит, уже скоро начнут работы. Сейчас дом готов на 85%. На реконструкцию потратят более 170 миллионов рублей. И уже сегодня в 19 часов пройдет телемарафон «Все для победы». В течение 3 часов зрители 12 канала ждут реальные примеры оказания помощи мечами, а также судьбоносные истории сплочения народов. О том, как идет подготовка к телемарафону, в нашем сюжете. Честно сказать, на фоне таких новостей хочется еще больше помогать нашим бойцам. На экранах ТВ неизвестный журналист и актер Омского драмтеатра. В этот раз именно Степан Дворянкин станет одним из соведущих телемарафона. Он и сам в этом году ездил на СВО и побывал на позициях вместе с бойцами. На предложение выступить ведущим и помочь собрать средства на приобретение жизненно необходимых вещей для наших бойцов, согласился, не раздумывая. Делаем одно большое доброе дело. Это первая причина. Вторая причина – поскольку мне там побывать удалось, и для меня эта фраза, она теперь вот одна из ключевых. В стороне не останется никто, в том числе я. Ну, если что-то ты можешь сделать для общего блага, для общей победы, то ты не то что должен, ты обязан это сделать. Настроить оборудование, проверить свет и звук, выставить декорации. 12 канал вновь примет в своей студии гостей, которые ежедневно помогают бойцам, участникам спецоперации. Подключаю сигнал, чтобы видели ведущие. Вот, на мониторе появляется. Все. В
Все для победы. Под таким лозунгом пройдет масштабный третий по счету телемарафон. Команда подбирает героев, которые не только словом, но и делом помогают приблизить победу и сделать быт бойцов за ленточкой комфортнее. Мы, наверное, стали неким таким проводником между людьми, которые хотят оказать помощь, и людьми, которые ее получают. Понимаете, мы, так скажу, телекомпания, которая, собственно говоря, собирает, вот, аккумулирует вот эти все истории интересные, людские, да, как наши мечи помогают всем, чем могут, и вяжут носки, и сети плетут. Из Омской области регулярно отправляются за ленточку гуманитарные грузы. В фурах машины и техника, медикаменты, дополнительная экипировка, сладости. Все в гумцентры приносят неравнодушные жители региона. Те, кто готов отдать последнее, чтобы поддержать российских бойцов. Сейчас мы основной акцент делаем на запросы, которые поступают от омских подразделений, от подшефных подразделений. Списки на самом деле очень большие, и в этих списках, как, собственно, для чего нам нужны все эти марафоны, да, для того, чтобы люди узнавали, что сегодня необходимо бойцам. Наша телерадиокомпания уже проводила подобные телемарафоны. Объединившись желанием помогать, зрители собрали внушительную сумму, которую потратили на закупку автомобилей, дронов, необходимой техники. Помочь можно и сегодня с 19:00 в эфире 12 канала. На экранах будет QR-код, по которому каждый сможет перечислить любую сумму. Ведь важен каждый рубль. Он поможет спасти множество жизней российских бойцов. Анастасия Вишова и Сергей Никифоров, 12 канал. А мечей ждет бабье лето. К концу рабочей недели столбик термометра поднимется до плюс 19. Об этом сообщают синоптики. Ну а сегодня пока будет прохладно. Днем 10-12 градусов выше нуля. Ночью от плюс 4 до плюс 9. Продолжатся и осадки. При этом они будут разные по количеству и продолжительности. Теплеть начнет уже завтра днем плюс 16. А в выходные столбик термометра поднимется еще выше. Температура постепенно начнет повышаться. Уже 9 числа в субботу дневная температура будет 17-22 градуса. А в воскресенье 10 сентября ожидается здесь теплый сектор циклона, поэтому здесь будет уже температура повыше 19-24 градуса, и ночью будет плюс 8-13. Ветер перемен. В старине Сибирской в историко-культурном комплексе построят новый объект – ветряную мельницу. Она будет расположена в Татарском подворье. Идею поддержал глава региона Виталий Хаценко. Он поставил задачу профильным министерствам совместно с администрацией района проработать этот вопрос. Также поручил создать в старине Сибирской национальные подворья тех народов, которые населяют Омскую область. Старина Сибирская и зоопарк. Хорошие объекты. Я считаю, что нужно для себя ставить задачу. По одному новому объекту, я считаю, что в год надо вводить зоопарк. Надо его приводить в порядок. Где еще есть в селе за 200 с лишним километров свой зоопарк. И еще и музей в одном месте. Кэшбэк за проезд. Новая транспортная акция стартовала в Омске. С 21 августа, приобретая билет на пригородные электропоезда, теперь можно сэкономить до 20%. Обязательное условие – оплатить проезд нужно через систему быстрых платежей. Подробно расскажут мои коллеги. Сканируй QR-код, получай кэшбэк. Национальная система платежных карт совместно с РЖД запустили акцию. При покупке билета на электричку через систему быстрых платежей теперь можно приятно сэкономить. Важное условие – до приобретения билета нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте приветмир.ру или в приложении «Привет». После оплаты спишется полная стоимость поездки, но в течение 3 дней до 20% кэшбэка вернутся обратно на счет. Около 100 рублей уже сэкономила Гульнара Уразбекова. Для поездок в районы Омской области женщина выбирает поезда пригородного сообщения. Говорит, очень удобно, быстро, а теперь еще и выгодно. Узнала об этой акции из телеграм-канала. 21 августа начала действовать. Сразу же применяла это на себе, начала пользоваться. На самом деле это очень удобно. Очень удобно для тех, кто экономит время и считает деньги. Ездить на электричках дешевле с 21 августа начали жители сразу 5 сибирских регионов – Кузбасса, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Омской областей. Лимит поездок ограничен. Кэшбэк составит не более 40 рублей за одну поездку. Максимальная сумма – 1000 в месяц.
Приобрести билет на электричку с выгодой можно одним из следующих способов. Либо через чат-бот пригородной пассажирской компании, в автоматах на станциях, в кассах, у сотрудников с переносными терминалами или в приложении РЖД пассажирам. При оплате сразу нескольких билетов в рамках акции кэшбэк будет начисляться на всю сумму платежа, а не за каждый билет в отдельности. Это очень удобно для пассажиров, на мой взгляд, особенно тех, кто пользуется именно мобильным приложением. У нас бесконтактные сервисы – это очень удобно и важно, мы их везде популяризируем, и пассажиры активно этим пользуются. В настоящее время у нас уже более 30% пользуются именно бесконтактными сервисами. Завершится акция 31 декабря. Подробности вы можете узнать на сайте приветмир.ру или в приложении «Привет». Помогут купить билет со скидкой сотрудники пригородного вокзала или контролеры электропоезда. Омский спортсмен завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе. Стали известны результаты наших фехтовальщиков на чемпионате и первенстве России. И соревнования, которые стартуют уже сегодня на омском велотреке, более сотни спортсменов поборются за награды в первенстве России по велоспорту. Обо всем подробнее в традиционном обзоре от Алексея Дариева. Александр Крикуха завоевал бронзу в всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе. Юбилейный 40-й турнир на призы олимпийского чемпиона Алексея Шумакова прошел в Красноярске. Награды престижных соревнований оспаривали 149 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска. В общей сложности из 17 регионов России, а также из Казахстана, Киргизии и Армении. Состязания проходили в 10 весовых категориях. Представитель Омской области Александр Крикуха завоевал бронзовую медаль в весе до 87 килограммов. В Омске прошли чемпионаты первенства региона по фехтованию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В первый день фехтовальщики взяли в руки рапиры, во второй боролись за лидерство на шпагах. По результатам чемпионата в поединках на шпаге победу одержал Вадим Шенфельд, второе место заняла Анна Клеменкова. Бронзу разделили между собой Илья Галтелов и Алексей Фоменков. В турнире на рапире лидером стал Вадим Шенфельд, серебряным призером Илья Галтелов. Третье место досталось Анне Клеменковой и Денису Меркулову. В первенстве на шпаге лучший результат показал Артем Миронюк. Второе место занял Бижагит Масалименов. В борьбе на рапире спортсмены поменялись местами. Первое место занял Масалименов, серебряным призером стал Миронюк. Сегодня в Омске стартуют чемпионаты первенства России по велоспорту на треке. За медали поспорят порядка 100 спортсменов в возрасте от 17 лет из Омской, Ростовской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Тульской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Среди них бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года Гульнас Хатунцева, чемпион мира Артур Ершов, чемпион Европы Александр Дубченко, двукратный победитель первенства мира Никита Кирильцев, бронзовый призер первенства мира Екатерина Евланова. Судьи определяют сильнейших велогонщиков страны в нескольких дисциплинах. Гид с места, гид с ходу, спринт, многодневная гонка Мэдисон, индивидуальная гонка преследования Кейрин. Соревнования продлятся 4 дня. Алексей Дариев, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также и вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Приглашаем бригаду рабочих на изготовление металлоконструкций. Электросварщики, слесари, разнорабочие. Телефон 213-775. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. И о погоде. Сегодня, 6 сентября, в Омске переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 14. В районах облачно, дневная температура 10-13 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. И атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Далее смотрите программу «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. Ну а мы увидимся в 14 часов.